В Чувашском государственном театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля состоялся творческий вечер заслуженного артиста Чувашской республики Николая Дмитриева, посвященный его 60-летию. Актер многогранного дарования, умеющий тонко чувствовать каждого персонажа, создал целую галерею неповторимых образов в театре. Сергей из «Покажите мне весну», отец Настеньки из «Морозко», Миронов, Иван Кузьмич из «Капитанской дочки» и другие. Он посвятил театральному искусству всю жизнь и добился признания. А уже завтра, 11 марта, состоится юбилейный вечер в честь 70-летия заслуженного артиста Российской Федерации Василия Павлова. Одинаково удачно ему удается воплощать персонажей трагического и драматического, гротескно-комедийного и сказочного плана. Помнишь ли ты, так счастье нам улыбалось, лишь для тебя сердце пылало, любя. Оба актера заняты не только в классических постановках, но и в репертуаре для юных зрителей, которые, как известно, самая изыскательная публика. Ульяна Пятакова, Николай Семенов, «Республика».